Puma занят разработкой и производством светодиодных систем освещения и иллюминации. Вполне может оказаться в списке тех предприятий, которые будут реализовывать политику энергосбережения на орловских объектах социальной сферы. Сейчас в стране и, в частности, в Совете Федерации очень активно обсуждаются вопросы реализации энергосбережения. По факту «Круглый» произвел на предприятии разведку, чтобы узнать, на что оно способно и каковы его мощности и потенциал. В дальнейшем сенатор может выступить и в качестве своеобразного лоббиста, предлагающего потенциальным инвесторам обратить внимание именно на этот субъект малого бизнеса. А инвесторы есть в деле переоборудования школ, больниц, библиотек и прочих объектов социальной сферы энергосберегающими технологиями. Расчет не только на государство и его бюджеты. Я сам был врачом несколько лет детской больницы и знаю, насколько эти вопросы серьезные и как сложно они решаются за счет бюджетных средств. Поэтому, вот, мне кажется, вот эти проекты, они чрезвычайно важны для нашего города и области. Кстати, на встрече обсуждалось даже формирование пула из нескольких орловских компаний, которые уже готовы реализовать в регионе спектр мероприятий по энергосбережению. Кто-то из них займется светом, кто-то теплом, и у всех них власть готова спросить совета в начатом деле и дать зеленый свет, особенно если он будет энергосберегающий. Сергей Быковский, Эдуард Черноусков, Первый областной канал.